Когда я пробывал служение в 72-й бригаде, я часто ездил за всех своих парней забирать посылки на новую почту, так как всем передавали родные продукты, одежду. И там вот познакомился на тот момент оператор новой почты, а теперь моя жена. Да, мы начали общаться по телефону, потом так выходили, гуляли. И все дошло до того, что женился и остался здесь. Нормально восприняли. Это, ну как, мое решение, и родные всегда меня поддерживали. Тем более у меня еще есть младший брат, так что пусть они еще с ним помучаются. Город хороший. Просто, ну как, каждый город, он по-своему, и люди по-своему. Вот есть с чем сравнивать, что у меня, допустим, на родине одно отношение. Здесь как к военным как бы не очень, как, кто как себя покажет. То есть здесь люди не смотрят, что ты там военный, защищаешь много туда-сюда, а больше смотрят, какой ты человек. Но людей сами не хотели этой всей ситуации, а получилось так, что под удар попали все. Что гражданские, что военные. Нам тоже не хотелось как бы ехать воевать. Но надо было.